Полезные гаджеты уже давно перекочевали из портфелей и карманов пользователей в более заметные места. Умными часами на запястье уже никого не удивишь, а вот модные и стильные в виде подвесок и брошек – другое дело. Особенно если их создают твои же соотечественники. Украинские исследователи разработали уникальный кулон-гаджет под названием «Sandstone». Он превращает голосовые записи в текст, при этом доставать из кармана смартфон нет необходимости. 3-сантиметровый кулон распознает 7 языков и запоминает 30 минут диктовки почти со 100% точностью расшифровки. Готовый текст на ходу можно сортировать в папки и темы. Кроме того, с помощью кулона можно написать e-mail или сделать запись в блог. Одного заряда батареи хватает на 3 дня. Украинский гаджет можно носить в виде кулона или броши, а можно повесить на браслет. По словам автора проекта Назара Федорчука, задумывался Sandstone как простая кнопка для забывчивых людей. Идея в том, чтобы записать мысли быстро, удобно, не вытаскивая телефон. Лично у меня с заметками всегда был беспорядок. Смартфон помогает их организовать, но даже в нем несколько разных приложений. И потом отыскать нужную информацию достаточно сложно. Не говоря уже о бумажных заметках, найти которые вообще нереально. Пока это только прототип кулона. Его планируют доработать и с помощью краудфандинговой компании запустить серийное производство. В продажу Sandstone поступит в конце 2016 года. Екатерина Лапицкая, 7 канал.